Всем привет, дорогие друзья! Сегодня распакуем две посылочки, очень долгожданные, долго-долго ждал. Первый заказывал 11.11, здесь должны быть наушники, взял еще одни, скажем так, для подстраховки, друг, те, которые заказывал до этого, пропадут. Ну и здесь у нас, скажем так, колечечко. Давайте, наверное, с него и начнем. Посмотрим. Заказывали у меня много бижутерии. Не знаю, когда это видео выйдет на канале, но вот такое вот колечечко у меня к паре к сережкам, которые я не знаю, когда выйдут на канале. 9-й размер. Здесь тоже вроде бы, сейчас посмотрим, интересно, указано здесь проба или нет, но вроде бы я не вижу пробы. Но тоже было написано вроде бы, что 925 или какая там проба. Ну, конечно, смешно, китайцы напишут что угодно. Ну, в общем, ну так, светится прикольно, то есть изумрудики, там все дела. В целом, неплохо. Ссылка будет на данное колечко в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. В общем, как-то так. Так, ну и здесь долгожданные наушники. Решил их распаковать сегодня. Целая, скажем так, гвардия приехала мне из посылок. Наконец-то. Так, что касается данных наушников, то это тоже из серии не очень шибко дорогих, потому как я уже говорил, что нет смысла покупать наушники, да, за там $50, за, я не знаю, там еще за сколько-то там дороже есть, наверное, еще какие-то, которые мне не попадались на глаза, конечно же. Вот. По той простой причине, что, ребята, данные наушники, как бы, во-первых, имеют слишком небольшой размер, поэтому какого-то вау-звука, конечно же, от них ожидать не стоит. Поэтому я, в принципе, считаю так, что если вы хотите реально качественный звук и так далее, то стоит покупать наушники немножко побольше, чем такие вот, скажем так, бездюльки. Здесь вот такие вот наушнички у нас, капельки. Покупал их еще там, ну, на групповых покупках заказывал их. Стоили они там в районе $2 с чем-то. Ну, вот, здесь даже какая-то гравировка какого-то бренда китайского. Написано Langsdom. Что-то такое написано здесь, не фокусирую, что-то фокус. Есть у нас для того, чтобы прицепить на одежду, такая вот, скажем так, штуковина. Ну и кабель здесь такой интересный, то есть, который, я надеюсь, не будет так запутываться, как те наушники, которые покупал до этого. Вот, которые, к сожалению, к счастью, еще пока живы, то есть, все с ними нормально, все не работает. Ну и штекер вот такой вот здесь у этих наушников. В принципе, я не знаю, стоит их сейчас слушать, проверять или нет. Ну, я думаю, что все будет окей по отзывам. Да, здесь еще вот дополнительные под разный размер ушей амбрашюры. Вот вкладыши для наушников. В принципе, вот такие вот сегодня у нас были посылочки. Две посылочки, такое вот кольцо и вот такие вот наушники. Все ссылки на данные товары будут в описании под видео. Там, в общем-то, ловите. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь.